Отбившийся от стада на несколько лет баран в Австралии дал 40 килограммов мериносовой шерсти, что является крупнейшим в мире рекордом по сбору шерсти в овцеводстве, сообщает агентство Associated Press. Гигантский баран по прозвищу Крис был найден в сельской местности пригорода Канберры и помещен в приют местной организации по защите животных RSPCA. Баран так зарос, что еле мог передвигаться, на его боках свисала шерсть толщиной в 47 сантиметров, и из-за этого его жизни грозила опасность. Ему примерно 5-6 лет. «Не думаю, что его когда-либо остригали», — сказал профессионал стрижки овец Ян Элкинс, которого пригласили RSPCA. Чтобы состричь мех, который превышает вес животного, барану пришлось ввести обезболивающий препарат. Операция по удалению лишней шерсти велась порядка 45 минут. К примеру, обычную овцу на ферме стригут ежегодно всего за 3 минуты. Я бы не сказал, что это высокое качество шерсти, но это и не ожидалось, отметил Элкинс, принимая во внимание нахождение барана на воле в лесах столь долгое время. В итоге удалось собрать 40,4 килограмма мериносовой шерсти, что является пока неофициальным мировым рекордом. К примеру, из 40 килограммов шерсти можно связать порядка 30 свитеров, отмечает агентство. Между тем глава организации по защите животных в Канберре заявил, что надеется зарегистрировать события в книге рекордов Гиннесса. Ранее официальным рекордом по сбору шерсти в Австралии с одной овцы считался вес в 27 килограммов.